участники, принято решение поставить на голосование вопрос об участии Вадима в нашем проекте дальнейшем. Заслуживает ли он того, чтобы остаться в проекте? Я предлагаю вам проголосовать. Все проголосовали, высказали свое мнение и приняли коллективное решение. Получается 5 голосов за то, чтобы Вадим ушел, и 2 против. Большинство, даже с учетом того, что у нас лето, большинство за уход. Таким образом, решение принято. Вадим поменял проект.